В Северодонецком областном музыкальном училище имени Сергея Прокофьева открылась фотовыставка в рамках культурно-художественной акции «Не скоро на Луганщина». Реалии жизни родного края нашли свое воплощение в экспозиции, которая в марте была представлена в Киеве. Теперь ознакомиться с уникальными фотоработами смогут и школьники Северодонецка. Подробнее далее в сюжете. Сегодня здесь открывается фотовыставка, посвященная жизни Луганщины во время войны. Уникальная по своей наполненности, она насчитывает порядка 30 фотографий, которые уже вошли в историю области. Организаторы говорят, что проект культурно-художественной акции «Не скоро на Луганщина» был очень серьезным и требовал особого подхода. Остановились на том, чтобы показать жизнь жителей области через фотографию. У киевлян и гостей столицы, которые пришли на концерт филармонии и фойе, которых ожидала наша выставка, конечно, были поражены. Потому что одно дело слушать сводки новостей по телевизору, другое дело увидеть это воочию и прикоснуться настолько близко к этому фотоснимку, который отражает вот эту действительность, с которой пришлось столкнуться Луганщины. Были очень сильные впечатления от этой выставки. Большинство фотографий на выставке были сделаны местным фотохудожником Константином Скоморохом. Вот эта выставка, которую вы видите, все-таки это фотожурналистика, это не постановочное фото. И если бы не война, которая у нас началась, наверное, ничего бы этого не случилось, да, но поскольку все это происходило перед глазами, все это было на глазах, переживалось, я никуда не уезжал, я находился здесь постоянно. Естественно, что не снимать какие-то вещи просто было нельзя, да. Сколько мы раз в советских фильмах о войне видели вот этот вот затасканный всеми штамп, сгоревшая изба и одиноко торчащая печь с трубой, да. Ну вот я такой снял в Лисичанске, то есть вот был дом, от него осталась одна труба. Никто не мог предположить, что можно снять в наше, вот в начале 21 века, девятиэтажку, которую разнесло к чертовой матери, да, остались только края, середины этой девятиэтажки нет. Это 21 век, это все у нас происходит. Поэтому говорить о том, что были ли какие-то картинки, которые особо затронули, да их было очень много, да. Мальчик с ревом, выкапывающий из-под обломков сгоревшего дома свой сгоревший велосипед, мальчику лет 6 или 7, это торкает на самом деле. Сегодняшними посетителями выставки были учащиеся средних общеобразовательных школ номер 5 и 6 города Северодонецка. И хоть занятия в школах уже закончились, педагоги делают все, чтобы разнообразить досуг детей в летних пришкольных лагерях. Мне было дуже цікаво узнавати, тому що це моя батьківщина. Я хотіла знати про неї багато. Я тут народилася. Треба знати про свою батьківщину, щоб не було соромно. Наша земля, ми повинні любити, це ж наше все. Де ми родились, там ми і умерли. Так говориться, пословиця така. І наша земля, її треба захищати. Завтра фотовиставку зможуть посетити і другі учащиеся міста. Екатерина Тирина, Олексій Мовсісян, події.